поезде «Красноярск-Адлер» для пассажиров с детьми открылась библиотека. Сегодня ее презентовали прямо перед отправлением состава. Книги здесь рассчитаны на читателей от 5 до 14 лет. На выбор самые знаменитые произведения российских и зарубежных авторов – Толстой, Жюль Верн, Астрид Лингрен, Маршак, Барто. Чтобы взять книгу, нужно просто обратиться к проводнику, заполнить формуляр и не забыть сдать за полчаса до конца поездки. Цель проекта – конечно же, поддержать интерес детей к чтению.